Пишу привет специально для тех, кто заподозрил меня в отсутствии здоровья. Сообщаем, мы находимся в Олимпийском парке у подножия дворца спорта Большой. На дворе по-прежнему ощущение лета, но куртка совсем не помешает, просто потому что сегодня снова в центре внимания боязнь быть замороженным. Присматриваемся внимательно к происходящему на первенстве Краснодарского края по конькобежному спорту. Шорт-трек. Погнали! Очень трудно наблюдать слезы детей. Конечно, хочется, чтобы все дети уходили с наградами, но это спорт, то так не бывает. Тут это, в принципе, очень сложный спорт, тактический. Тут непредсказуемо все. Здесь не как в фигурном катании, как натренировался, так и выступил. Тут в любой момент можно упасть, столкнуться, в любой момент может лезвие сорвать, ребенок упадет. В любой момент могут произойти такие ситуации, при которых детям приходится нарушать правила, и они получают пенальти. Приехали спортсмены из Армавира, также у нас участвует очень много групп из города Сочи. Спортсменов в районе 80 человек здесь, разных возрастов. Если ребенок ранее занимался там на роликах, то есть ему немножечко проще выйти на коньки и поехать. Но здесь все индивидуально. Есть дети, которые даже не умеют на роликах кататься, но прекрасно выступают на коньках. Бывает, что ребенку достаточно месяц покататься, и уже он имеет право выходить и выступать. Есть дети, которым нужно год, некоторым два. То есть тут уже индивидуально все. Шорт-трек у нас был на Айсберге. То есть, по большому счету, нас перевели только в хоккейный ледовый дворец, дали нам тренировочную арену. Честно говоря, да, здесь нет больших трибун, но я считаю, что здесь все условия для улучшения результата, для хорошей конкуренции на российском уровне. То есть мы здесь тренируемся, нарабатываем всю технику, скорость, а уже на российском уровне показываем результаты. Thank you.
Изначально я занималась роликами, но мне предложили пойти на лед, и я просто влюбилась. Во что? В скорость, драйв, коньки, в лед сам. Это... Без этого я не знаю, как жить просто сейчас. Занимаюсь только 3 года, уже в сборной Краснодарского края. Ну, это хороший результат за 3 года. Когда спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, что шорт-треком, спрашивают, что это, я рассказываю. И говорю, что вхожу уже в сборную Краснодарского края, и все удивляются и говорят, молодец, ты добилась уже многого. Для девочки это подходящий вид спорта. Ну, я бы не сказала, но мне нравится. Ну, не страшно ли, что здесь приходится вот иногда ударяться, толкаться? Страшно. Можно подсказать? Всегда страшно. Ну, как этот страх перебороть? Ну, во-первых, верить в себя и думать, что сейчас ты заработаешь эту золотую медаль. Сколько сегодня медалей на первенстве Краснодарского края 2019 года? Одно, третье место. Почему ты занимаешься конкретным спортом? Ну, потому что мне это нравится и потому что мне очень понравился этот спорт, скорость, ну, такая тактика и азарт в том, чтобы правильно обогнать человека в повороте. Вот это мне понравилось. Мы видели, ты так уже красиво, прям как профессионал входишь в повороты. Вот как, где-то как научиться так изящно входить в поворот, преодолевая силу трения, тяжести и все остальные законы физики? Ну, силу трения это легко преодолеть, потому что напальчники есть, они из специального пластика, которые легко скользят по льду. А чтобы лечь и не упасть, нужно набрать большую скорость. И коньки быть под правильным загибом, чтобы не вынесло из поворота. Не страшно? Нет, совсем не страшно. Сколько раз необходимо удариться об борт, прежде чем удастся так красиво входить в виражи? Ну, примерно раз 20, а то и 30. Травм не было? Ну, были. Все зажило? Зажило. Привыкли падать в скорости. Не больно падать? Уже нет, первые дни было больно. А какую-то специальную технику изучаете по падению? Группировка. Сгруппироваться. Оттолкнуться, если в борт голый летит. Мне нравится бороться за позиции, соревноваться с другими соперниками. Мне нравится скорость. А не страшно? Нет. Ну как же невозможно не бояться ведь? Легко. А как преодолеть этот страх? Захотеть. Захотеть преодолеть, попытаться.
Один раз преодолел, и все, стена расширилась, и ты можешь идти дальше. А сколько раз для того, чтобы этот страх преодолеть, приходится ударяться об борт? Мало. Но вначале это происходит часто. Но затем можно научиться и просто лететь дальше, не касаясь бортов. И стать олимпийским чемпионом в итоге? Да. В каком году? Чем раньше, тем лучше. Выходят и бегут. На самом деле спортсмены уже задолго до того, как выйти, они раскладывают старт и распределяют свои силы, как правильно все сделать. У нас в первом дне две дистанции. У меня 4 забега. 2 на полторашке и 2 на 500-ке. 2 медали. За каждую дистанцию дают медаль. Занимаюсь 4 года. Я входила в пятерку на чемпионате России. Сколько лет уже в сборной Краснодарского края? 3 года, наверное. И впервые здесь стала на лёд? Да. На сегодняшний день есть все условия для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. Из Сочи? Из Сочи. В каком году, соответственно, нам ждать олимпийского чемпиона? Я, наверное, в 2022 году. Уже так скоро? Да. Сколько необходимо лет тренироваться, дабы не бояться вот так вот лихо входить в повороты? Можно даже, когда ты тренируешься один год, ты уже не боишься поворота, потому что ты знаешь, что ты его сделаешь. Там нужно быть уверенным в себя. Впервые здесь стал на коньки? Да. Сколько лет назад? 3 года назад. И уже так успешно справляешься? Да. Собираешься стать профессиональной? Да. И выступать на Олимпиаде? Да. В каком году? Постараюсь через года 3-4. А сколько тебе лет? 11. Через 4 года уже на Олимпиаду? Это вообще тренировка. Мы будем ждать тебя. Крижан, папа. Внимание!
Много нужно есть каши, чтобы заниматься шорт-треком? Да я думаю, да. Каша обязательно нужна по утрам, так как у тебя сил не будет ним заниматься. А в шорт-трек – это спорт, в котором необходимы силы. Что необходимо делать для того, чтобы не болеть? Нужно вот на льду быть одетым, чтобы тебе не было холодно. Нужно брать с собой теплые вещи. И вот если тебе на соревнованиях дают перерыв вот между забегами, нужно пользоваться этим и сидеть внутри, а не как вот многие раздетыми выходят на лед. До Олимпиады в Сочи ты знала об этом виде спорта? Нет. Здесь и смотрел трансляции? Нет, я не смотрел трансляции. Почему как пришел вообще сюда? Я пошел на каток, мне понравилось кататься на льду, на коньках, и вот я пришел сюда. Ну разве в Сочи круто кататься на коньках? Это же южный город, здесь надо играть в футбол, плавать. Нет, больше нравится на льду кататься. Я посмотрел Олимпиаду в Сочи, меня заинтересовал этот вид спорта, и я начал заниматься им. Теперь мы ждем олимпийского чемпиона из Сочи по шорт-треку. Да. В 2022 году? Да. А может, все-таки попозже? У нас хватит терпения. Ну, давай чуть попозже. Так когда мне исполнится 16? Договорились. Очень быстро, потому что нужно всю скорость выложиться на финаля. Но если ты поедешь сильно быстро первые круги, ты можешь просто сильно устать, а потом крайние круги добегать медленно. А если ты будешь ехать по нарастающей, последние круги у тебя будут уже быстро, как раз какие они должны быть, самые быстрые. Больше всех переживает за своего ребенка, наверное, больше даже сами, чем сами дети, потому что находиться на скамье гораздо тяжелее, чем бежать, потому что они, когда выходят, они уже как бы настроены на забег, а мы переживаем и за них, и за результат, и за всех детей на самом деле, не только за своего ребенка, потому что этот вид спорта довольно опасный. Много падений, травм. И мы, конечно, как родители, очень сильно переживаем. Мы хотим, чтобы все было гладко, быстро, красиво, без травм, без падений. А не часто ли ребенок болеет из-за того, что много времени с самого раннего возраста проводит в холоде? На самом деле это заблуждение, потому что спорт, мало того, что он развивает иммунную систему, но в то же время и конкретно этот вид спорта, и вообще зимние виды спорта, они настолько ребенка тренируют к холоду, к этому противостоянию заболеваниям. Могу сказать, вот за своих детей, у меня их двое, оба занимаются спортом и практически не болеют.
узнали, что открывается отделение шорт-трека, и как раз вот когда он открывался, мы сюда попали, и оказывается, это очень интересный, захватывающий вид спорта. Честно, до Олимпиады мы о нем даже как-то не слышали, к сожалению. Хотя очень интересный вид спорта. Занятия бесплатные? У нас бесплатные. Я не знаю, кто там, может быть, занимается платно, я про таких не знаю. У нас в Сочи все занимаются бесплатно. Цель этих занятий – стать профессиональными спортсменами? Ну, так как у меня дочь уже в ЦОПе, в Центре олимпийской подготовки, то это, конечно, уже такие серьезные цели и задачи. Но мне кажется, в первую очередь родители и дети должны нацеливаться не столько на высокие достижения, а в первую очередь, наверное, на развитие своего характера как личности. То есть в любом случае любой вид спорта – это сильный характер, выносливость, это трудолюбие, это ответственность, это много-много вот можно перечислять положительных моментов, и не обязательно покажет ребенок высокие результаты, будет ли он выступать за Россию или там в дальнейшем где-то еще выше, это совершенно не обязательно. Мне кажется, самое главное – это вот сам процесс. Каково быть мамой крикобежца? Это такое счастье, потому что как бы когда за него болеешь, за его достижения, потому что мы недавно в спорте, но у него получается. Главное, что у ребенка есть увлечение, главное, чтобы у ребенка есть цель, а там уже, если бы ему это не нравилось, он бы забросил это. То есть как бы, а так как что это ему нравится, что он не болтается на улице, а именно занимается спортом. И считая дни, когда у него следующая тренировка или что-то, это для меня очень важно. Цель? Чтобы стал чемпионом, профессионалом и выступил на Олимпиаде? Ну, Олимпиада само собой, но в любом случае цель – это мужской дух вырабатывать. Спорт – это в любом случае уверенность в себе по жизни вырабатывает. То есть, как бы, если ребенок ничем не занимается, он и в жизни себя ни в чем не найдет. А если он в чем-то занимается, он потом будет достижение себе цель ставить, и чтобы потом эти цели исполнять. То есть спорт в любом случае дух, воспитывает дух.
опасно это? Это опасно, да. Можешь получить травму, упасть. Сотрясение мозга, может быть, если головой ударишься так нечаянно. Вот тем, кто испугался и решил не заниматься шорт-треком, что ты можешь посоветовать? Просто надо иметь интерес, труд хороший, хорошо заниматься. И не пропускать тренировки, главное. А круто быть чемпионом Краснодарского края по шорт-треку? Конечно. Почему? Ну, тебя все время на камеру снимают, фотографируют. И ты в школах на досках висишь, почетов. Автографы берут? Пока нет. Селфи делают с тобой? Нет. Это все будет в будущем. А это важно? Нет, главное победа. Важно. Друг, тебе не холодно? Просто ты, наверное, играешь в футбол. А вот после первенства Краснодарского края по конькобежному спорту, шорт-треку, я бы все-таки побольше времени провел на солнце. Но мы можем смело говорить о том, что вслед за триумфом на первенстве Краснодарского края следует возможность отличиться на чемпионате России. Стабильное выступление в турнире национального масштаба «Дорога на Олимпиаду». Ближайшие главные зимние игры в 2022. Там каждому спортсмену предоставится возможность претендовать на 4 медали. Насколько это вероятно, в Сочи 2014 продемонстрировал Виктор Ан. Запомните сегодняшних героев. Мы не сомневаемся, они будут стараться. Мы продолжаем двигаться. В футбол поиграем?